Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, с вами Кроша, это прохождение замечательной игры под названием Свампа. Так, друзья, давно не слышались эту замечательную игру, мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Так, и давайте начнем у нас сегодня. Так, пятый уровень, я все равно возьму с собой пушки. Потому что мы будем сейчас палить в них, просто нещадно уничтожать их. Так, давайте вперед. Битва на болоте. Нет, все мои стволы. Так, верни мне их, дружок. Я сейчас буду делать так, чтобы они, короче, по максимуму не подошли, короче, к моим границам. Так, сразу же. Так. Нет, блин, так. Отлично, давайте немного подкопим патронов вот здесь вот. А, ну да, что-то я туплю. А вот это вот нельзя опускать сюда. У-у-у, повезло. Так. Так, давайте-ка. О, мы еще сохранили, круто. Так, отлично, есть. Ну-ка, давайте еще. Так, надо подкопить патронов. Так, отлично. Так, и вот возьмем еще вот это вот. Так, на, получай. Так, вот это намного лучше, мне кажется, бьет. Но она, видите, не так метко. Вот это издали хорошо просто бьет. Так, отлично, давайте последнего. Так. Валим их. Так. Че, он погиб там? Разблокирована бочка. Ну вот я вам только что говорил, друзья. Так, отлично. Блин, надо-ка. Так, сейчас опять посмотрим. Сейчас я практически только ими и пользовался. Но за это, видите, нам мало дали. Так, уйди. Продивная. Так. Да, нам показывается, что у нас достаточно много всего разблокировалось. Я хочу посмотреть. Да, видите, все нормально. Все нет, все хорошо. То есть халявные патроны. И мы. Я еще хочу пройти, наверное, вот этот уровень. Такс. Опасно, друзья, опасно. Так, в гостях хороших. Да, ну да. Блин. Так. Не подходите ко мне, лысые создания. Так. Я сделал все, что мог. Так, отлично, то, что у меня хотя бы что-то сохранилось. Но этих я даже не смогу остановить, так что пускай они идут. Все. Теперь обороны у меня нету. Это официальная версия. Так. Нет, не подходите ко мне, вы всю мою хату спалите. О. Так, отличный выстрел. Так. Так,
Так, ладно, тут уже бесполезно что-то делать. Да успокойся ты, ё-моё. Так. Срочным образом. Да, давайте, фиг с ним. Наберу потом. Ну, теперь уже можно расслабиться. Я думаю, надо что-то брать сюда, чтобы этот, тормозить их. Потому что я просто не успеваю их сделать. И это достаточно печально. Такс. Где сколько ж их там было, я оказывается еще. Так, ну тут можно расслабиться, в принципе. Да, достаточно сурово это все дело. Так. Такс. Нифига их, оказывается, там много было. Но это хорошо, что я так сделал, оказывается. Все в порядке. Так. Давайте закупимся патронами. Отлично, 18 тысяч есть. Так, нам еще десятку надо. Чуть меньше десятки. 9397 где-то примерно. Вроде бы. Так, через сколько у меня перезарядится? Я еще хочу одну серию записать. Через 4 минуты. Отлично. Давайте на этом тогда закончим нашу серию. Да, просто решил сегодня еще одну позаписывать. На этом, наверное, закончим нашу серию. С вами, друзья, был Курош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него. Кто еще не подписан, ставьте палец вверх, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока. Привет и добро пожаловать на канал Крош ТВ. Здесь ты видишь 4 замечательных игрушки с нашего канала. Если тебе нравится скрежет металла, битвы роботов и великий экшон, то заходи в этот замечательный плейлист под названием Роботек, где тебя ожидает много-много всего интересного. Если тебе нравится летать по космосу и уничтожать другие корабли и спасать галактику, то добро пожаловать в FTL. Если же ты любишь логику, логические размышления и немного подумать, то добро пожаловать в Монумент Валли, которая находится чуть выше FTL. А если же ты любишь просто посражаться с группой, посражаться с другими игроками, со своей небольшой армией уничтожить другие чужие территории, то добро пожаловать в Tactic Wars, где большой-большой экшон и много всего интересного. И также не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.